Всем привет, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать систему GCAS, урок номер 38. В этом уроке я хочу вам показать модуль, который будет отображать список последних добавленных продуктов из той или иной категории. Например, выведем ее вот здесь вот, сбоку, в сайдбаре, так скажем. Переходим в нашу админку, переходим в компоненты GCAS, далее мы с вами переходим в инструменты расширения. Отсортируем вот здесь вот, кликнем в POM-M модули, да, и вот здесь у нас есть такой модулек. Модуль отображает список самых новых опубликованных продуктов. Давайте его установим. Установка модуля успешно завершена. Переходим, как обычно, расширение модулей. Данный модуль сразу находим наверху. Заходим. Сразу его включаем. Заголовок можно скрыть, можно показать. Позицию модуля давайте выберем. Найдем сначала наш шаблон GSU Market. Дальше выбираем позицию слева, позиция 8. Настройки сейчас посмотрим. Давайте сначала перейдем на вкладку «Привязка к пункту меню» и выберем «Только на указанных страницах». Здесь кликнем «Нет», чтобы снять все галки со всех страниц, и поставим галочку «Отображать только на главной странице». Ну, здесь уже вы смотрите сами на ваше усмотрение, то есть к каким страницам привязывать. Теперь настройки. Макет списка. Есть выбор. Как отображать? Список, блок, карусель. Посмотрим все три варианта, оставим пока список. Опции ниже. Категории продуктов. А выберите категории, да, которые, из которых хотите отображать последние добавленные продукты. Так, у меня есть товары в одежде. Вот верхняя одежда. Далее вы определяете порядок показа. Последние созданные первыми. Ну, в принципе, так и оставим. Можете здесь почитать, выбрать случайный порядок там или какой-то другой. Количество продуктов. Ну, оставим 8. Можно даже отфильтровать, показывать продукты, имеющие скидки, акции, хиты. А также можно выбрать производителей. Выберите производителей, по которым будут отфильтрованы продукты. Движемся ниже. Изображение продукта. Показать ли скрывать изображение продукта? Ну, все здесь понятно. Изображение показываем. Описание продуктов показывать я не буду. То есть здесь уже индивидуальные настройки под вас. Стоимость продукта покажу. Если показываем, то скидка от стоимости показывать или нет. Ставлю показать. Наличие продуктов я не буду показывать. Рейтинг продуктов можем показать. Кнопка подробнее. Давайте посмотрим. Кнопка в корзину оставим, список желаний и к сравнению. Вот они, в принципе, все настройки. Давайте сохранимся. Пойдем на сайт. Обновляем страницу, прокручиваем ниже. И здесь вид у нас в данной позиции не очень хороший. Давайте изменим в модуле макет. Поставим блоки, посмотрим. Сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. То есть здесь в данном случае тоже не очень хорошо. То есть эта позиция больше подойдет, если бы модуль располагался где-нибудь вот здесь вот, где слайд. Итак, мне удалось вывести данный модуль. Лучше всего отображается он вот в такой вот позиции модуля, сразу под слайдером, да. То есть здесь слева колоночка маленькая, слишком мало места для него, он там не очень хорошо смотрится. Здесь вот, в принципе, вот вы видите 4 товара, да. Это и есть данный модуль, то есть это позиция 3 у меня. И здесь макет более-менее из всех, это блоки и высота блока 150. Случайный порядок, из разных категорий могут товар отображаться, и количество продуктов 4 я выбрал. На этом данный урок и заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. На этом здесь все и до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга.
готовый КМС, 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.